Но мы-то с вами не собираемся быть тут. Смотри, как мы тужимся, как мы напрягаемся, это скорее Сильвестр Сталлоне. И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Утконос, и сегодня мы с вами поиграем в такую игрушку под названием Expander Bros. И мне эта игра напоминает Неудержимых, потому что тут много экшена, веселья, крови, кишков и адреналина. И, как мне кажется, игра сделана по мотивам Неудержимых, только тут другое название, то есть там был Expandials и как-то так-так, а тут Expander Bros. Ну, давайте начнем. Эту игру я запускаю, как ни странно, уже второй раз. Первый раз были небольшие технические неполадки в видео. И мне приходится запускать ее заново. Ну, давайте ее посмотрим с вами еще разочек. Так, стартуем. Сейчас у нас... Что там нужно нажать? Все, отлично. 3, 2, 1. Гоу, 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 йо. Сейчас будет веселье. Море веселья. И, как вы видите, у этой игры графика, как у, раньше было на Сеге или Денди. И так, мы играем сразу за этого. Ну, я уже поиграл в эту игру, да, как вы поняли. И уже понял, как азы небольшие этой игрушечки. Опс. Так, не туда. Давай-ка. Оп. О, отлично. Отлично. Ты чё прыгаешь, а? Ты куда спрыгиваешь? Так, 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 так. Сейчас. Ух. Пах. Бам. Бам. Так. Там девушки. Что с ними сделал-то? Расстреляли. Оу, их расстреляли. Нет. Нет. Поможем девушкам, свинюшки. Свинюшек поубиваем тут нахрен к чертям. Так. Девушки, девушки, вы где? Вас убили. Твари. За девушек. В дом ворвусь. Чё, не понял, кто это? Это меня твоя мамка послала. Всё, Первый левел пройден. Я вас поздравляю, ребятки. Так, за одну минуту прошли этот левел. И будем проходить следующий левел. 3, 2, 1, go. О, вот за него я не играл. Кстати, на тебе оружку. На тебе оружку. На тебе оружку. Все, действуйте. Так, он убегает. О, он убил. Ой, он убил все. Мы же такие мощные. Так, красавцы. Ой, даже без головы бежал. Сейчас нужно вот этих привки. Сейчас поджарим вот этих вот. Отличненько, просто. Ни разу еще за этого не играл полноценно. Вот за этого персонажа. Но зато за Джейсона Стэтхэма полюбил играть. Да, ты есть Джейсон Стэтхэм. И куда ты убегаешь? Ты за... Вот этот просто непобедимый. Давай, 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 давай. Ох, мучачасы. Я не понимаю, что такое. Ты был захвачен, и ты... Я не успел прочитать. Чё-то он там показал, типа, будь тут, типа, ты под охраной. Но мы-то с вами не собираемся быть тут. Смотри, как мы тужимся, как мы напрягаемся, это скорее Сильвестр Сталлоне. Фоксинкоблейд. Все, бежим. Бежим, бежим, бежим. Сейчас скучновато как-то бегать. Вот. Так. Так, сейвить нужно, засейвить. Давай. Во, Стэтхэм! Смотрите, смотрите, как мы можем делать. Смотрите.
кидаться ножами мы можем, понимаете, да? Хоп, хоп. И тут, тут такие мы. Беспально. Yeah. Оу, вот это камикадзе. Уф. Давай, давай, давай. Тут разрушаемость полная, вообще полная. Для такой игры я неожиданно был увидеть полную разрушаемость. Давайте засейвим нашего. Опа. О, вот этого тоже не было у меня. Ну-ка. Испытай всю мою мощь. Напоминает мне Power Rangers, вот эта музыка напоминает мне музыку из Power Rangers. Раньше, помните, раньше был такой сериал детский, Power Rangers назывался, там про рейнджеров разноцветных. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Засейвим его без палева. Ну нет. Не люблю этого персонажа, вообще никак не катит. Тихо, со спины. Так, отлично. Отлично. О, о, вот. Так, отличненько. Не успел. Save me, братишка! Засейвлю! Во, норм, все. Он настолько тупой, что он не понял, что только что произошло. Вот, теперь понял. Так, отлично. Надо его добить еще. Че тупой-то слишком? Все отлично, порешали. Порешали. Сейчас засейвлю. Не очкуй. О, все, с Тетом. Это путь к победе. Смотрите, как мы покараем их. Вот и все. Вот этого нужно покарать сейчас. О, что такое? Оп! По заднице на тебе. О, что такое? Что такое? Где это? Что это было? Оу! Оу! Тупой, ай, тупое мясо! Что это такое? Смотрите, 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 смотрите. Ух! Уф! Это бесконечная дверь! Собачки еще тут есть. Тихо, засейвим своего. Yeah! Сейчас столкнем вот этого отсюда. Порешаем этих. Па-пам! Па-па-пам! Теперь вот здесь вот. Бай-бай! А? Смотрите. Он не понимает. Хотя мы под ним стоим, смотрите. Ух ты, что за херня была? Сдохни, тварь. Улетаем. Ну, мужики не оборачиваются на взрывы, тут это не работает, а он как раз таки смотрит на взрыв. Типа, это я сделал, это я такой брутальный. В принципе, игра просто очуменная. Мне эта игра очень нравится, она такая очуменная, просто космос игра. Мне она очень нравится, очень нравится. Своей брутальностью и, так скажем, своим экшеном. Ай-яй-яй, я же не заметил, что они приближаются ко мне. Это мы отпали. Оу, нет. О, боже мой. О боже мой, какая девчина. Нужно подрывать самого себя его. Давайте подрывайте друг друга. Красавцы. Красавцы. Подрывай самого себя. Давай еще.
Хочу, чтобы ты еще подорвал себя. Ой, подрывай, подрывай все, подрывай. Подрывай, 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 подрывай. Я не против, чтобы ты сам себя подрывал. Бомба! Лайф с ноль, у меня аж 4 жизни было. Ой. Поехали. А, засейвить своего забыли. Все, перематываем все. Сейчас засейвим своего. Yeah. О, с Тэтом все. Все, эта катка выиграна. Отлично. Все. Просто ты там непобедимый. Ух, ты что тут делаешь? Так, отлично. Давай, иди ко мне. Опа, дробовик. Так, отлично. Фух. Прострелили ему мозги, спасем своего. В принципе, огнемет неплох. Смотрите, еще прилетели. А, новым засейвились. Ну ничего, сейчас бох, насколько мы курьезны. Уходим теперь. Тихо, размазываем всех по стенке тут. Этот ничего не замечает, мы его тоже размажем. Ой, что такое? Оу, я пошел за своим другом. Эй. Сейф. О, мой бог. Сложняцко. Можно просто взять и вот так вот переквасить всех. Привки! И уходим. Туш, туш, туш. Ара Liberated. И мы улетаем с нигером. С шестистволкой. С миниганом. Йоу. Йоу. О, с этим. Свинюшка. Ой, сейчас потеть будем. Что такое? Что такое? Что такое, ребятки? Ребятки? Что у вас случилось? Что за инцидент? Что? Угу. О, давай покатаемся на... Привки! 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 Нет, нужно его напугать вначале. Нет, нужно засейвить вначале друга и убить вот этого придурка. Тихо-тихо, он не услышит. Yeah. О! Что такое, братан? Братан, что такое? Братан, да что такое с тобой? Братан, ты куда? Не улетай от меня. Ну нет. О, норм. Отлично. Вау! Яу! Неправильный поступок. Лезли сами. Так, 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 мне кто-то пишет в стиме, но не важно, я игру. Аккуратней. Собачка. Ладно. В рукопашку пойдем. Mission Pilot. Угу. Пошли в рукопашку. О, с Тэтом, с Тэтом. Тихо-тихо, нужно успеть. Успели. Все. Так, сейвим. Сейвим наши перса. Save me, please! Oh.
тут? Тварина. Если вы это видите, то хорошо, что это видите. Хотя нихуя не хорошо. Врубаемся. Чекпоинт. Fucking idiots. Как же я уже бомбит меня. Ок. Тихо, ножом. Решаем все мирным путем. Иди сюда. Ну, собака, а. Тихо. Взрыв. Бум. Бум. А тут все бум-бум. Сейф. Аккуратней тут надо. О! Нооо! Сложно что-то очень. Ой, придется в рукопашечку. Успеем, 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 успеем. Так, извиняюсь, что ничего не комментирую, никакие мои действия, но тут серьезно напряженка такая, что прям неудобно комментировать. Тихо, тихо. Они встали! Он меня увидел! Тихо! Тихо, меня никто еще не спалил. Тихо, никто еще не прилетел. Так, тут лучше вот так вот зайти, мне кажется. Отлично, отлично. Оп, 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 оп. Никого нету. Отлично. Вот тут сейчас будет просто мега сложно. Тихо, 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 тихо. Было ожидаемо. Поэтому я переждал. Смотрите, Silent Assassin. Нау! Оу! Оу! Уходим! Уходим! Все, проблема не решена, но мы можем решить проблему вот так вот, потом сделать вот так вот, типа иди ко мне, он что-то кушает, 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 пам, 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 придется мне это сделать, давайте бомбить всех, бомбить, а я пройду вот так вот и все, как. Вот такие тупые. Еее, прошел, мастер. Да, емафак. О, как у меня руки болят тоже. И, ребят, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте большие пальцы вверх. Эту игру вы можете найти у меня в описании. Ссылка будет в описании. Она, кстати, бесплатная сейчас в Стиме. И можете спокойно взять и скачать ее. Она всегда будет у вас. Игра мне очень сильно понравилась. Если вы хотите видеть еще серии по этой игре, отпишитесь это в комментариях. Ну и также поставьте лайк под этим видео. А с вами был Утконос. Всем пока-пока.